Всем привет. Всем привет. Давно не виделись. Хотели вам рассказать, что сейчас творится в аэропортах. В принципе, наверное, не только Германии, а всей Европы. Мы решили с родителями слетать, точнее, съездить на море в Болгарию. И для этого мы должны были полететь из Германии в Молдову, встретиться там с родителями и на их машине съездить в Болгарию обратно, и потом обратно прилететь уже из Молдовы в Германию. Вот, заказали мы билеты еще, наверное, в апреле, так, чтобы было подешевле, чтобы заведомо их забронировать. И с тех пор нам наш рейс переносили несколько раз. То они сказали, что вы в другой день полетите, а не в тот, когда заказали, то вы полетите не из... То есть... Не в Молдову. То вы полетите не в Молдову, а в Ясы вообще. То есть либо соглашаетесь, либо отказываетесь. Мы на все соглашались, нам нужно было полететь по-любому. И был рейс из Берлина, так как все-таки очень конские цены из нашего города, и мы выбрали Берлин, так как там более-менее нормальная цена, не бьет особо по карману. Берлином добираться 6 часов, около 7 часов на автобусе. И вот добрались мы до Берлина, уже прошли все регистрации, таможню, всю фигню. И тут нам объявляют, что наш рейс отменен. Просто отменен. Идите куда хотите, и делайте, что хотите. СМС-ка на этот вот, на телефон. Аэропорт не знал об этом ничего. Он не знал об этом ничего еще в ближайший час после того, как мы должны были улететь. И у нас просто никакой информации не было. Ничего делать с этим, никакую замену нам не дали. Ничего, абсолютно. Единственное, что нам предложили, вернуть деньги. А зачем нам деньги? Нам полететь нужно? Нам нужно было срочно полететь, потому что в планах было, окей, мы едем из Яс, тогда мама с папой приезжают в Ясы, и там они с нами встречаются. А теперь все поломалось. Как это делать? Что делать? Нам нужно было срочно попасть в Ясы. Мы стали искать ни в одном аэропорту ближайшем. Не было ничего в Ясы в этот же день. А если и было, то за 300-400 евро. Зачем уже такое? Это дороже, чем то море, получается. Единственное, что мы нашли, это самолет из города Гамбург, то есть много-много километров от Берлина, и еще и в несколько раз дороже, еще и не в Молдову и не в Румынию, а прямо в Болгарию. Да, нам так проще, конечно, но это не проще, это дороже. И в общем, мы еще ехали потом полдня в Гамбург, там всю ночь спали в аэропорту. И только на следующее утро мы вылетели. И то с опозданием на целый час. Опять этой же компании. Ну, других компаний не было для нас билетов, поэтому нам пришлось опять воспользоваться этой же компанией. Сейчас по возвращении обратно у нас снова этот рейс задержали на целый час с чем-то. И вот мы вышли уже из самолета, зашли в аэропорт. И уже около часа стоим просто в коридоре. Вот там люди. Там просто огромная очередь. На паспортный контроль. Паспортный контроль, и оно просто все стоит. Как будто никто не проверяет или что там, и что происходит. И мы боимся себе представить, сколько люди будут ждать свой багаж. Нам-то хорошо, мы только ручная кладь, она у нас с нами, и все. А они еще багаж будут ждать. Не представляем вообще, что это будет. Мы прочитали в интернете, что вся проблема в том, что у аэропортов не хватает сотрудников, потому как очень многих уволили во время короны. А сейчас все снова стали летать, и сотрудников у них не хватает. А те, которые есть, часто бастуют. Так что если вы ищете работу, идите в аэропорт. Надеюсь, они будут умничками и примут всех людей, всех желающих. Они будут перебирать с такой вот проблемой. Так что такие вот у нас приключения. Сейчас еще нам предстоит поездка из Берлина в Нюрнберг. И только этой ночью мы поспим. То есть, в принципе, наш путь в прошлый раз в Болгарию, да, путь до кровати трое суток был, получается. Почти трое суток. То есть мы ощутили себя бомжами и так далее. А, еще есть лайфхак. Если вдруг вы оказались где-то на улице, вне квартиры, но в этом городе есть... аэропорт, классная штука. Приходите,
и остаетесь там. Есть души, туалеты, ну, правда, Руси дети иногда есть. Души, туалеты, есть скамеечки, вода. Все чисто, красиво. Да, можно переночевать, мы уже это делали. Имейте это в виду, если будете, то есть, или заблаговременно приезжайте, чтобы знать. Или не бронируйте дальнейшие рейсы, пока не узнаете, что точно прилетите. Я не знаю, максимальное количество денег имейте с собой или на карте, чтобы иметь возможность что-то сделать. Говорят, что это может быть устаканится к сентябрю-октябрю. Не знаю. Если кто-то попал в такую ситуацию, как мы, сочувствуем, но все будет хорошо. Вот, пожалуйста. Cancelled. Отмененные. Все, что красное, это отмененные. Короче, вот такие вот дела сейчас в аэропортах. По большей части задерживается, либо отменено. Почти все. Мы все еще в Берлине. Прошло полдня. Мы планировали приехать погулять, успеть погулять. И пойти на автобус, на фликсбус, который у нас был заранее заказан. Погулять мы не успели, потому что мы хотели покушать. Везде очереди в этом. А, во-первых, опоздал самолет. Мы приехали позже. Во-вторых, мы не могли найти еду, которая без очередей. Все-таки нашли, поели. Пока мы добрались, мы решили посмотреть, где все-таки наш автобус. Пока мы сюда приехали, уже пора выезжать. Уже время выезжать, уже как 10 минут, и ничего не пришло. Автобуса нет. Мало того, мы были вот на вот этой платформе. И потом через пару минут он раз и сказал, нужно перейти на вот эту, который сейчас. А потом прошло еще пару минут, и он написал там уже вообще другое название, другого города и другое время. Люди все еще есть, они тоже едут в Нюрнберг, поэтому мы спокойны. Но, блин, это уже бесит, просто бесит. Я просто хочу домой. Это он? Нет. Нет? Это не он. Ну, какой-то автобус, и это все еще не он. Так что вот так. В Фликсбусе никакие не закрепленные места, поэтому еще надо будет бороться за места. Ну, а вообще все равно такие, главное вдвоем. Надеюсь, мы скоро доедем. Такая вот у нас история. Так что всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока.